Что чувствуете? Ощущение достижения успеха. Вы почти пожертвовали всем отелем ради их отношений. Я делаю это не ради чувства достижения. Я просто не хотела, чтобы эти отношения закончились сожалением. У вас есть сожаление? Да, есть. К тому же, мне никогда не исправить эти сожаления. Звучит серьезно. Если вы не хотите говорить об этом, не говорите. Я сильно любила одного человека. Я так сильно любила его. Но однажды он внезапно исчез. У меня даже не было возможности увидеть его в последний раз. Я не могла рассказать ему о своих чувствах. Так что я не хочу, чтобы Сяо Цзэци столкнулась с такой же проблемой, что и я. Хотя сожаление может быть на всю жизнь, но жизнь принадлежит вам. Только забыв о прошлом, мы сможем начать все заново. Я не очень хорош в утешительных речах. Я эту фразу по телевизору слышал. Если вышло как-то не так, не обращайте внимания. Спасибо, что утешил меня. Я понимаю все эти вещи. Но иногда так легко говорить, но так трудно сделать. И некоторые чувства, правда, трудно забыть. Идем. Цзэци, ты должна жить счастливо. Хорошо веди себя. Не капризничай. Больше никакого своеволия. Цзэци, Баянь решил остаться в отеле и продолжить свою карьеру. Не оставайся здесь все время и не отвлекай его. Конечно, папа, не волнуйся. Я уеду через пару дней. К тому же, я уже нашла работу, недалеко отсюда. Я буду приезжать к Баяню на выходные. Зачем ты так? Ты можешь работать в компании отца. Это нехорошо, мам. Баянь решил полагаться на себя. Я не могу быть для него обузой. Директор Ма, спасибо вам большое за то, что сохранили мужчину, которому моя дочь доверяет свою жизнь. Это потому, что вы и ваша жена очень любите свою дочь. Именно вы нашли лучшее решение для мисс Сяо. Если Цзэци будет так же разумна, как вы, я буду спокоен. Кстати, Цзэци сказала мне, что у Джи-Эр возникли проблемы. Я хорошо знаю руководителя филиала РНДЖ. Я могу познакомить вас с ним. Алло. Алло, директор Ма. В нашем отеле снова большая звезда? Что такое? 5 ассистентов. Ладно, узнай для меня, кто они. Почему это снова я? Потому что я твой босс. Ладно, босс. Папа. Я снова пришла увидеться. У меня хорошие новости. Господин Сяо обещал представить меня руководителю филиала РНДЖ. Я максимально использую этот шанс. В эти дни мы решили проблему мисс Сяо. Если честно, я очень завидую им.
Хотя у нее часто возникают разногласия с родителями. И они очень часто спорят. Но было очевидно, что ее родители очень любят ее. Неважно, какое решение она приняла в итоге. Они по-прежнему поддерживали ее и всегда были рядом с ней. Как же я ей завидую. Неважно, насколько она своевольна. Неважно, что она думает. И сколько бы ее родители не жаловались на нее. В конце концов, они всегда были вместе. Однако я даже не могу вспомнить те дни, когда мы втроем были вместе, как семья. Раньше я мечтала, чтобы у меня был кто-то вроде отца, который был бы рядом со мной, заботился обо мне, любил меня. Но похоже, что такой человек действительно был. Однако, как же это несправедливо, что его внезапно не стало. И я больше не могу его увидеть. Пап, ты все, что у меня сейчас есть. Не мог бы ты поскорее проснуться? Я жду тебя.